Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор коробочки для мыла, сделанного с душой. Каждый магазин подарков и сувениров стремится, чтобы выбранный вами товар был красиво упакован. Ведь самое главное в подарке – это упаковка. Декоративная коробочка – самый удобный вид упаковки вашего сюрприза. Коробочки закрываются, оставляя загадкой то, что находится внутри. Мыловары приобретают коробочки декоративные для различных косметических препаратов, сделанных своими руками. Большой выбор коробочек в магазине мыловарения позволяет подобрать вам и вашим близким такую упаковочную коробочку, которая нравится именно вам. Упаковочная коробочка подчеркивает индивидуальность вашего подарка. Преимущество применения декоративных коробочек таково. Самое главное то, что коробочка сделана из прочного картона. Это продлевает ее использование. Яркие расцветки декоративной упаковки никого не оставят равнодушными, особенно если дарить ее женщинам. Огромный ассортимент коробочек на сайте MyLoopt позволит каждому мыловару подобрать для своей косметики красивую упаковку. Применять ее можно для мыла ручной работы, благо размер упаковки позволяет положить в нее натуральные наполнители, которые подчеркнут натуральность вашей косметики. С разными размерами коробочек можно комплектовать индивидуальные наборы из вашей продукции. Коробочку можно упаковать парфюмерию, бальзамы и кремы. Вот так выглядит данная коробочка. Вот такая надпись. У нас с двух сторон. Вот так она открывается. Вот три, такая беленькая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!